Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 121, упражнение номер 7. В этом упражнении мы должны записать эти числа в порядке увеличения. Причем не в порядке увеличения их размеров, мы здесь видим маленькие цифры и большие, а в порядке увеличения чисел. Итак, сначала у нас, если в порядке увеличения, значит, мы будем начинать с самого маленького числа. Самое маленькое число – 0. Затем 1, затем 2, затем 3, потом 6, 7 и 9. Итак, еще раз. 0, запятая, 1, запятая, 2, запятая, 3, запятая, 6, запятая, 7,9. Точка. Вот мы записали числа в порядке увеличения. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.